караоке, он сколько день зайдем. Первый вопрос. Гандбол наконец возвращается на телевидение. НТВ Плюс собирается показывать чемпионат России. Из этого зала можно организовать трансляцию? С трудом. Что значит трудом? На iPhone. Во-первых, вы, если вы будете только где поставить камеру, во-первых, во-вторых, тут же закрывать все эти окна. Но это очень тяжело. А есть какой-то регламент по камерам? Сколько? Я не знаю, на Лиге Чемпионов есть. На НТВ я не знаю просто. Ну, в камерах обычно. Так что. То есть пока под вопросом. Пока под большим вопросом. Я думаю, что есть возможность организовать с одной камеры интернет-трансляцию, как хотят. Но интернет-трансляция вообще возможна. Но должна быть, если вы знаете, камера с таким расширением, что здесь диафрагма, что когда идет, грубо говоря, вечером солнце, отсвечивает оттуда, все, кто здесь пусть знают, такое время. Если, допустим, свет еще плохой. Если И второй момент. На прошлом деле спорткомитете заявили, что денег на Лигу Чемпионов не дадут. Как быть вообще с этим делом? Есть ли возможно найти где-то в другом месте? Это заявили не на прошлой неделе, это заявили раньше, но на Лигу Чемпионов мы найдем ее. Найдете, да? Да. Я изменю этот вопрос. Вы об этом как тренеру доложите?